Дмитрий Александрович, Аксай, привет, доброе утро, у нас 9 утра, у вас столько же, наверное, 20 ноября. То, что мы с тобой вчера обговорили, для тебя и твоего друга, два эспандера, морские звания, предварительная калибровка. Сейчас я эти эспандеры извлеку из пакета, потом они поедут уже вместе с гостинчиком. Все как положено, как и задумывалось. Итак, смотрим, Дмитрий, первый эспандер, который мы согласовали и решили, что он будет таким, до 50 килограмм, капитан третьего ранга. Ну, опять же, показываю только параметры расстояния между ручками. И, ну, если кому еще интересно, на какой пружине это сделано, если кто-то хочет что-то сравнить. Ну, и для личного понимания. 64 миллиметра. Привыкайте не считать после запятой. То есть, это все настолько... У одного покажет так, у другого так. Это не прибор невысокой точности. Точный прибор, но не микрометр. Поэтому 64 миллиметра. На пружине семерка. Вот такого капитана третьего ранга мы приготовили. Ну, давайте сверим. Давайте посмотрим, что за нагрузку тут я предложил на капитане третьего ранга. Она, значит, я рассказывал, что она бьется с нагрузками второго кока по нагрузке. Но так как расстояние все же значительно меньше, ручка стандартная такая же, 19 размер на 95, там это все как бы стандарт. Но так как размер меньше, соответственно, все это воспринимается, конечно, допустим, на такой нагрузке полегче кока. То есть получается это подводной ко второму коку. Если кто-то хочет закрывать такой, да. Ну вот, пожалуйста, это все в онлайне фактически, да, происходит, поэтому... Я даже пакетик положу. Договориться невозможно с техникой. Она не будет воспринимать там мои команды. Как замерил, что. Посмотрите пружину, какое качество. Все сделано, конечно, с абсолютной, с абсолютным уважением к тем, кто будет заниматься этими эспандерами. 47,7, 48 килограмм. 47,7. Это калибровалось несколько дней назад. Вот такая точность. Прецизионная точность. То есть то, что я замерил несколько дней назад, то и показало. 47,7. Капитан третьего ранга. 48 килограмм. Ну, знаем, что после запятой 5 и выше дает знак приближения. То есть 47,5 это 48, 47,6, 48 и так далее. А 47,4 это 47. Итак, вот такого я предлагаю и вышлю сегодня капитана третьего ранга. Накатка сделана очень, я скажу, с хорошим усреднением между жесткой и мягкой накаткой. То есть и расстояние выбрано, что уже даже при, вот у меня от первой черты запястья, вот от первой полосы сгиба до кончика среднего пальца 19,5. Ну, соответственно, вот для такой руки, вот смотрите, я закладываю под ТНС, все пальцы нормально лежат, то есть здесь все удобно. Можно, в общем-то, доверие здесь не выражено, ориентироваться так, чтобы вот так держать, чтобы было видно значок. Ну, как удобно тут уже. Вот палец всегда работает. Да.
с утра вот еще ни рука не проснулась, и как бы вроде бы и тяжеловато жмет. Вот такой капитан третьего ранга. Ну и ты себе попросил это другу, а себе ты попросил что-то поближе к 60, но так как поближе к 60 это может только быть капитан второго ранга, ну, со словами поближе, потому что капитан первого ранга, все это усилия тройки, да, минус плюс там, это все я объяснял, поэтому вот стальной хват России, капитан второго ранга. Поэтому выбрал я тебе, показал 56,7. Сейчас посмотрим, значит, расстояние, опять же. ,5 расстояние, опять же, 64,65. Все очень близко. И пружина была 7, здесь 7,17, 7,18. То есть это все абсолютно одинаковое, включая стандартные ручки 95 миллиметров. То есть вот такие ручки. Ну теперь все, осталось проверить. Ну это в общем-то кок 2,5, если по нагрузке. Опять же, расстояние, соответственно, он будет легче восприниматься рукой. Ну и единственное звание, которое до 60 килограмм, но они все, только в капитана второго ранга до 60, но самый близкий капитан второго ранга. Сейчас посмотрим, насколько там совпадают замеры. Итак, включаем. Поехали. Поэтому, ну тут что сказать, работать и все стремиться к следующим уровням, если есть желание. Ну вот, вот здесь, опять же говорю, здесь не договоришься, замер был. Вот такой первоначально сделан, пакетик положу. Ну а сейчас тебе красиво очень показала. Крон, то есть касания нет, абсолютно четкое закрытие. Но зато вот для тебя специально, это может знаковое событие, 3 пятерки, 56 килограмм, значит 56,7 быстрый замер был, на самом деле вот показываю 55,5, 56 килограмм. То есть все возможно, усадка возможна, это я тоже все неоднократно рассказывал, что техника у нас не сверхточная, поэтому мы даем приблизительные нагрузки, нравится это, не нравится, но в общем многие уже как бы достаточно привыкли работать с моим станком, и динамометрию все проверяют свою, сходятся, что я рассказываю. Но здесь очевидно, 56 килограмм, 28, то есть именно вот эта полоска, середина, как я ее называю, динамометрично. На самом деле, опять же, не она середина, а чуть ниже. Ниже на 1,2 примерно получается. Это я тоже все рассказывал. Потому что в любом случае сжимать мы будем. Вот она проекция руки, вот он мизинец. Соответственно, нет у нас, вот если это середина, но между давящими четырьмя пальцами, да, то это вот как раз ниже на 1,27 от этой полосы. Но опять же, это все такие тонкости, что никто это вымерять не будет и никому это не надо. То есть я не буду планку опускать еще ниже, да. Ну, меряем дюймовый и меряем дюймовый. Бог с ним, пусть будет так. Конечно, там давящая полоса середины этого дюйма, она проходит гораздо выше. Но мы никогда при закрытии палец полностью не держим. Мы палец держим на половине. Это очевидно. Поэтому, ну, мы усредняем и говорим 56,
капитан второго ранга для тебя, плюс 28, 84 килограмма, это у нас динамометрическая середина. Ну и сразу же даю вычисление под закрытие под ТНС, вот я его закрывал, ну потому что с таким расстоянием даже плюс 10 не надо килограмм, где-то килограмм, наверное, 6-7 нужно, то есть килограмм 90. 84, 90 килограмм вполне хватает, ну, нормальных рабочих килограмм, чтобы его закрывать. Соответственно, сейчас я, конечно, не закрою с утра, то есть все еще спит, связки, сухожилия спят. Но очевидно, что взяв одной рукой там со стола, установив, опять же, не забываем, все время говорю, вот он палец, не вот так он, а всегда работает как стопор, дает ручке четко стать в ладонь. Пальцы вот они уже накинуты, и, в принципе, вот оно, здесь уже атака может идти. Так что вот такая примерно сила нужна. Ну а с установок, соответственно, гораздо меньше. Диповать этот эспандер 84, ну, я думаю, 70 килограмм вполне достаточно будет. То есть, если у тебя 70 килограмм есть, это дипуется эспандер. Ну все. Я как бы рассказал быстро галопом по Европам, пробежался по двум эспандерам для друга и для тебя. Занимайтесь, заказывайте, вырастите с этих уровней. Вот он, Аксай, пусть занимается весь. Давайте ребятам, знакомым третьего, второго ранга. И дальше заказываем. Первого контр-адмирала, вице, ну и до адмирала надо дойти. Все, здоровья, все сказал коротко, о главном. Встречаемся в обители. Пока.